Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Фанкам. На Jeep Grand Cherokee 3 в кузове ВК установили головное устройство на базе Android от компании Canbox. Модель H-Line, диагональ экран 10,2 дюйма. Стоит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит достаточно аккуратно. Полностью вся вот эта лицевая панель меняется. По проводке подключается разъем. Магнитола прекрасно вписалась в интерьер автомобиля. Адаптировали с подсветкой автомобиля. При переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режим и включается подсветка сенсорных клавиш. Она RGB, ее цвет можно регулировать, и также можно вручную регулировать яркость самого дисплея. Кнопки на руле, которые находятся сзади, адаптировали также. Можно регулировать громкость. Центральная кнопка работает в качестве кнопки mode, переключает между всеми источниками. Слева у нас кнопки переключают треки вперед-назад. И центральная кнопка для быстрого выключения звука, кнопка mute. Бардачок выводится на дополнительные USB порты и слот под сим-карту для подключения к интернету. Также подключиться к интернету вы можете, раздав его своего мобильного устройства, а в USB порты подключить флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами. Дополнительно установили камеру заднего вида, она стала достаточно аккуратно, включается автоматически при включении задней передачи. Она широким углом обзора 170 градусов, картинка Full HD. Есть настройки по яркости, цветности, контрастности. Также есть настройка парковочных линий. Магнитола работает крайне быстро, плавно, удобно всем пользоваться. Здесь богатый мультимедийный функционал, чего не было изначально в автомобиле. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Самое популярное здесь уже предустановлено. YouTube, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск. Есть эквалайзер для настройки звука с множеством настроек. Возможность подключения телефона по Bluetooth для прослушивания музыки или для громкой связи. Возможность подключения Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. Функция разделения экрана. Можно одновременно запускать два приложения. И множество других полезных мультимедийных функций. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих оснащений для вашего автомобиля. Наш менеджер обо всем расскажет и подберут лучший вариант. Также есть установочные центры в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!